Здоровье – это самое важное в жизни человека. Поэтому за своим состоянием нужно следить регулярно и в любом возрасте. Такая возможность предоставляется ульяновцам ежегодно в государственных поликлиниках. Бесплатные медицинские обследования. В зависимости от возраста ульяновцы могут пройти профилактический осмотр либо полную диспансеризацию. Полный осмотр предусмотрен для граждан от 18 до 40 лет один раз в 3 года, а для граждан старше 40 лет – ежегодно. Системно сдать все анализы и получить консультации врачей можно не только, чтобы проверить общий уровень здоровья. Важно обнаружить и вылечить на ранней стадии серьезные заболевания. В рамках диспансеризации проходит онкоскрининг, и благодаря онкоскринингу мы выявляем онкологические заболевания на ранних стадиях. Раннее выявление злокачественных новообразований влияет на хороший эффект лечения. Сначала медики оформляют документы, проводят анкетирование по беспокоящим проблемам. Затем проверяют показатели на основании программы обследования и жалоб пациента. Как правило, это анализ крови, ЭКГ, флюорография, измерение внутриглазного давления. При наличии отклонений пациента направляют к более узким специалистам на углубленную диагностику. Кроме того, расширенное обследование предусмотрено для граждан, которые переболели COVID-19 более 60 дней назад. Там расширенный спектр биохимического анализа. Также проводится измерение сатурации, тест 6-минутной ходьбы по показаниям и спирометрии. Несмотря на то, что, по словам врачей, посещаемость осмотров небольшая, возможность бесплатно проверить свое здоровье высоко ценят многие пациенты. Ну, я просто для себя взяла уже как бы за правило ежегодно проходить диспансеризацию, чтобы проконтролировать, проверить свое здоровье. И вообще многим советую. Это важно, нужно и обязательно. Все, что я могу сказать. И спасибо нашей доблестной медицине. Записаться на диспансеризацию можно через госуслуги, по телефону или просто посетить медучреждение лично. Диагностика проходит в поликлиниках по месту жительства ежедневно с 9 утра до 12 дня. Диспансеризацию и профилактический осмотр можно пройти до 10 декабря включительно. Поэтому граждане, работающие с понедельника по пятницу, тоже успеют проверить свое здоровье. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.